Вот такая вот маскировка машины. Метров 40, наверное, стою от машины. Ее выдает только силуэт. Значит, покупается вот такая вот сетка. Из нее еще летние майки шьют. Камуфлированные, дешевые, там по 100 рублей. У меня 10 метров. И сшивается в шире 2. Желательно 15. Для короткой нивы 15 надо. Чтобы еще прям на землю легло. Потому что вот так вот получается. Ну, сблизи она вроде бы видно. Я вот на гуся охочу с ней. А сдали уже нифига не видно. Сейчас отойду еще. И еще выдает только силуэт. Машину. Ну вот я сейчас на пролете стою. Утки летают. Машина, можно сказать, замаскирована. Не идеально, но... Ну, нормально. Меня все устраивает. Вот такая вот хитрость. Вот так я маскирую машину на пролете. Утки вообще на нее не реагируют, так скажем. Только что прошли прям над машиной, даже подзависли немного. Это чайки.